Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И у нас опять же ивент. Давайте пройдем и получим какие-нибудь вкусняшки. Так, ну все, хорош. Так, смотри-ка. Зомби с бочкой подарочной. Так, могилоед. Окей, вот это, ребята, хороший у нас горохострел электрический. Я, кстати, такого подумываю купить за реальные деньги, потому что только так его можно приобрести. Так, у нас стали здесь. Замедляем. Блин, ну он хорош, на самом деле. Очень хорош, мне нравится, как он это все делает. Пролетает у него через все ряды, да? И уничтожает всех противников. То есть не как обычный горох стреляет и все, а видишь, пролетает через весь ряд, сквозь зомби и тому подобное. Так, тихо, не надо. Пират, вали отсюда, а. Так, надо срочно сюда поставить нам. Ух, сколько голодранцев на нас бежит. Ты посмотри только, полюбуйся на картинку на эту. Так, замедляшку, срочно замедляшку. Давай сюда поставим с тобой, да? Электрические горохострелы. Сюда, пускай бомбят. Так, здесь мы с тобой, наверное, съедим могилку. Так, здесь мы с тобой поставим замедляшку. Так, давай. Так, нам выпало удобрение, что очень хорошо. Так, давай, вот здесь, наверное, их побольше, поэтому в два ряда будем с тобой выставлять их. Ох, как классно прожигает, а. Погоди-ка, здесь опасность, друзья мои, вы видите. Они подходят, вот эти вот зомби, которые усилены с ведрами, да. Их так просто не пробить, надо их замедлять. Оу, удобрение-то сколько у нас? Отлично. Слушай, это последняя волна, и в принципе мне нравится. Нравится, как мы с вами прошли, во-первых, этот этап. Ну и дали нам с вами попользоваться этим чудо-растением. Мне оно действительно нравится. 376 рублей, по-моему, стоит в магазине игры. Так, ну, а мы с вами открываем подарочки. О, тоже, кстати, неплохое растение, ребята. Я его назвал огнеметом, потому что он пуляется огнем по земле. Ух ты, 5000 голды. Слушай, шикарно, это, по-моему, самый большой выигрыш, который я мог вообще достать из коробочки. Ну, а мы с вами, конечно же, идем на основную сюжетную линию. Вы не забывайте, что мы с вами на пляже, да, где я получаю люлей потихонечку. И у нас в данный момент 11-я миссия. Так, мы если пройдем, получим с вами, как вы сказали, боулинг-луковица. Вот именно их я и хочу получить. Так что, друзья мои, поехали. Надо было мне на огород, наверное, зайти посмотреть там, что созрело. А что не созрело. Так, кувшиночки таким вот хорошим видом стоят. Угу. Это основное, что мне дали, да? И я должен еще здесь сделать свой добор. Возьму сюда перец халапеньо. Очень, кстати, неплохо выручает. Возьму, наверное, гипногрипп сюда. И... А где у меня Тина? Вот она, ребята, Тина. Кстати, да, действительно, вы сказали, что это, скорее всего, был игровой баг. Потому что Тина действительно должна топить вот этих вот водолазов. Но, как вы видели, у меня почему-то ничего это не происходило. Вот зачем мне здесь дали орех, я пока ума не приложу. Так, ну что, вот наша грань, да, докуда будет подниматься вода. Так что здесь мы вполне на суше можем спокойно выстраивать, что хотим. Так, миночки, наверное, вот сюда влепим с тобой. Ой-ой-ой, уже бегут. Так, поставим сюда, наверное, Тину, да, эту водоросль. Сюда, наверное, поставим орех. Так, мина. Ой, уже идут. Подожди, а что так быстро-то? Я еще ничего толком не успел здесь сделать. Лучше бы мне, конечно, надо было взять, друзья мои, примитивную мину. Я что-то только сейчас понял. Давай проверим, утопит он водолаза или нет. Просто хочу посмотреть. Вот он плывет. Нет, друзья мои, ничего не происходит. Сам видишь, да? Вообще ничего не происходит. Так ты... Куда ты? Вот, я уже думал, что он сейчас и здесь еще просто-напросто проплывет. Давай мину сюда поставим, потому что он уже тут крадется. Так, мне знаешь, что не хватает? Я только сейчас понял, ребят, у меня
Он же будет по воде, да, бомбить? Будет, тогда отлично. Тогда все хорошо. Так, этот водолаз сейчас отдуплится. Поставим с тобой кувшинку сюда. Ага. Так, слушай, ну они стоят дорого, 200. 200, да? Значит, мы с тобой ставим сюда. И мы его не можем бомбить до тех пор, пока он, друзья мои, не вылезет наружу. Если только вот так вот, халапеньо. Да, халапеньо вполне может. Видишь, водолаз прячется под водой, и все. Вот так. Ох ты! Ты-то откуда здесь взялся? Серферист, а? Смотри, смотри, что делает. На-ка! Получил, как говорится, свое по заслугам. Так, тихонько, тихонько. Подожди, тут у нас супер волна. Давай я поставлю сюда, наверное, гриб гипно, да? И будем везде выстраивать мины. Уйди отсюда, пожалуйста. Не нервируй меня. Так, вода ушла, типа, да? Так, давай здесь поставим водоросль. Наверное, вот сюда вот халапеньо бомбанем. Вот так вот. Что-то у меня с деньгами... Совсем-совсем не с деньгами, а с энергией. Большущие проблемы, друзья. Огромный, я бы даже сказал. Опа! Чувак, хотел сломать, да не получилось. Так, ага, а ты куда пришел? А вот скажи-ка мне, куда ты пришел? Идет, типа я его не вижу, да? Я тебя прекрасно вижу. Давай, съешь его, пожалуйста. Так, здесь у нас мины стоят. Вторая волна, друзья мои, вторая волна бежит, сломя голову на нас. Так, опа, вот так вот мин везде понатыкаем. И поставим наши луковицы боулинг. Этих давай топить. Сюда еще одну мину влепим. Так, я могу немножко защититься здесь. Так, этот взорвется. Так, наверное, придется вот так сделать. Норм. Здесь они жуют, жуют. Так, вот здесь надо утопить. Маленечко. Так, ты куда прешь, а? Вот куда прешь? Давай, поехали. Ну? Дынс, дынс, дынс. Шикарно бомбит под ультой. Под удобрением. Так будет правильно, да, звучать? А гипногрипп, куда мы поставим тебя? Давай сюда, на всякий случай. Прикроемся. Так, этого утопить. Этого утопить. Значит... Так, секунду, 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 секунду. Так дело не пойдет, ребята. Ультуем. Бамс, успели. Вовремя. Фига тут во сколько... Летит. Орлы, давай потише, потише, я сказал. Не надо здесь буянить. Так, здесь взорвался. Давай еще одну мину поставим с тобой. И халапеньо, наверное, применим. Так, не могу. Слушай, он своей доской вот этой, кстати, занял ячейку. Вот что я только сейчас увидел. Это последний зомби, я так понимаю, да? Это у нас последний. Блин, я не могу, ребята, как можешь выкопать? Я не могу выкопать. Слушай, придется, знаешь, что тогда сделать? Персом их убить. Прикинь, вот эта доска для серфинга, которая стоит вот здесь вот, она мне не дает посадить сюда растения. Просто занято, ее нужно пробить для начала. Ну вот, они, луковицы боулинг. Три таких братишки. Один маленький, другой побольше. И третий совсем-совсем огромненький, видимо, самый старший, да, из братишек. Ну что, ребята, мы с вами идем на следующий уровень. Наверное, надо было все-таки сходить мне на огородик, да, и посмотреть, как у меня там с растениями. Так, три кувшинки, вода поднимается до этого уровня, и обычные зомбики пока. Ну ладно, вы опять за свое начинаете. Смотри, 1750 всего лишь энергии мне дали. Естественно, я не могу сюда высадить подсолнухи. То есть справляйся как хочешь, да? Ладно, возьму халапеньо сюда. Гипногрипп, наверное. Вот, вот эти вот ребята пригодятся по любасику. Хм, а на кувшинке кого можно посадить? Орехи? Ну да, в принципе, можно посадить орехи. И они будут, ну, немножко хотя бы сдерживать, да, противника? Я ведь прав? И можно взять, кстати, вот эту вот древнюю мину. Тут вообще, мне кажется, нужно делать дальнобойные растения, которые будут их пресекать. Но против водолазов они, естественно, не помогут нам. И что же тогда нам сделать? Стебелек этот взять? Бонгчоя? Кукурузу?
Не знаю, давай, наверное, вот так вот лучше сделаем. Что-то набрал, нахапал тут всего. Зачем, если у меня очень мало энергии дают. И лазербин. Let's rock. В плане. Вы хотите сказать, что, да? Рэй, возьми кувшинку на всякий случай. Вы это имели в виду, да? Хорошо, я попробую взять тогда кувшинку. Вместо кого? Вместо кого мне взять кувшинку? Вместо мины? Нет, ну мина пригодится мне. Вместо кукурузы? Или вместо... Давай вместо кукурузы. Кувшинку, да, нужно? Вот так вот. Да, теперь они мне спокойненько сюда запустили. Ну что, я думаю, наверное, нам нужно с тобой посадить боулинг-луковицы. Это в первую очередь. Так, а дальше вот что делать? Бонгчой, он дорого стоит. Мне не хватит все ряды здесь заполнить. Неужели нам придется с тобой вот так вот минами обороняться? Тут пойдет трата у нас, скорее всего, финансов. Я не смогу, не справлюсь я. 12-й день, как всегда, жесткий. И они уже летят, сломя голову. Давай на всякий случай поставим с тобой электрические стебельки. Они мне тут вообще хоть как-нибудь помогут? Смогут выручить меня здесь или нет? Надеюсь. Так, 250 энергии у меня осталось. Как быть, ума не приложу. Этот водолаз фигов. Пока не вылезет, фиг ты его, как говорится, подобьешь. И вот этот вот с ведром на голове. Очень мощный чудик, очень мощный. Ладно, будем пока обороняться. Как можем, друзья мои, как можем. Но взорвется, что ли? Успел подойти, а? Вот шитик, и здесь успели. Хоть бы шли бы всей кучей, а не по одному. Так, что я могу сделать? Ну давай вот так вот применим. Тынь, тынь, тынь. Шикарно, там трупачки только летят. Остров Халапеньо. Опа, нормуль. Рядок так зачистили. Опять, опять, опять плывут. Блин, да сколько их, ты посмотри. Давай срочно так вот применять. Сюда. Вот, совсем другое дело. Так, а дай сюда росточек мне. Эть, куда это? Куда вы разогнались, а? Вот шитики, а? Ты посмотри на них. Ну ты понимаешь, да, финансы у меня закончились. Естественно, я могу применить сюда лодочный мотор, чтобы их уничтожить. Если, конечно, сами не справимся. Надеюсь, успеем. Хотя вряд ли. Хотя вряд ли, но все-таки, все-таки. Но почти, ребят, почти получилось. Вот здесь вот единственный, конечно, косячок получился. Все, мы заработали свою пиньятушку. И давай-ка мы глянем, что нам здесь с вами достанется. Ну-ка, вскрываем. Так, 100 монет. Банан. Угу. Банановая ракета. Ну и, естественно, водоросли. Все. Ну что же. Мы будем с вами, наверное, продолжать дальше, но я хочу зайти на огородик. Так, мы можем с тобой вот это вот все посадить. Ну зачем мне солнцегриб? Ну зачем? Вот объясни мне, пожалуйста. Так, жужу. Давай-ка мы с тобой вот сюда вот. Нормуль. Ну что, пока я ничего хорошего здесь не вижу у нас на огороде. Ничего полезного для меня, по крайней мере. И мы с тобой переходим на 13-ю миссию. Поехали. Скоро-скоро уже пойдут у нас Гаргантюа, скорее всего. Чё там? Ага, накопить 2000 солнцев и не дать съесть 16 растений, я правильно понял? Я ведь правильно понял. Так, для этого нам понадобится что? Древний-древний подсолнух. Так, возьмем с тобой мину. Хм. Водоросли, понятное дело. Слушай, а как я буду? Там у нас очень маленькое расстояние. Так, кувшинку обязательно нужно взять. Все это дело строить на кувшинках, что ли? Ну это бред.
Давай, наверное, вот этих ребят возьмем с тобой. И гипногрипп. И ко всему прочему. Так. Интересно, вот эти вот растения типа аки смогут бомбить водолазов, а? Вроде кто-то писал, что смогут. И я вот хочу это проверить. Как думаешь, стоит проверять? Или взять что-нибудь другое? Блин, вот незадача. Или взять еще потом. Нет, бонг-чой возьмем. Все, ребят, попробуем так. Смотри, видишь, у нас с тобой кувшин. А почему здесь кувшин? А, у нас вода будет. Ё-моё, вода будет полностью все топить. Вот это жестко. То есть мне нужно будет здесь. А, и 9 растений не должны съесть. Или это максимум 9 я могу посадить. Сейчас проверим. Сейчас мы с тобой проверим это все дело. Блин, вот и водолаз идет. Да, ребята, 9 растений максимум я могу посадить. Зашибись! Условия мне тут сделали. Так, давай кувшинку сюда влепим. А на кувшинку поставим кого? Гипногрипп. Да, и все, ребята. 3 растения максимум я могу посадить. Ха, мина утопилась. Мина утопилась у нас, потому что, ребят, ну, сами понимаете, вода прибыла, и все. И мини хана. Так, а ты что не вылазишь-то? Ешь гриб и чши отсюда. По-добру, по-здорову. Так, нам нужна вот сюда кувшинка. И гипногрипп. Понимаешь, вот боулинг, это, конечно, все хорошо, но они не видят водолазов. И вот это меня почему-то бесит. Как так-то, да? Не видеть водолазов. Это слишком люто. Даже для моих маленьких растений. Так, ну-ка давай. Что? А, ну все, понятно, ребят. Больше я ничего посадить не могу. Так, придется, значит, нам вот здесь, наверное, убрать. И вот так вот поставить. Успеет она забомбить? Так, у нас водолаз еще наверху ползет. Водолаз ползет наверху. Что мы можем с тобой сделать? Мы можем с тобой так применить. Бабах! Сгорели. А вот эти очень быстро плывут. Кстати, их водоросли. Блин, я не могу вызвать водоросли. Ну и чё, подбил. Успел, успел таки его шваркнуть. Давай вот так. Блин, ну опять же проблема. Так, хорошо. Давай с тобой что-нибудь придумаем. Уберем вот здесь вот подсолнух. Блин, хлопеньо. Я же на тебя рассчитываю сейчас, в данный момент. Вообще очень... Во, вот так. Ну-ка, жуй гипногрипп. Да куда ты... Чё ты сделал, Рэй? Ну и господи, ну зачем ты так... Сглупил. Мина, активируйся. Так, здесь тоже активируется. Все пока хорошо. Мы с тобой... Мы еще не собирали достаточное количество... финансов, как ты видишь. Поэтому радоваться рано. А гипногрипп он съест, интересно, или нет? Нет, он просто его раздавит, да? Поехали, поехали. Так, энергии все равно еще пока недостаточно. Нам нужно, ребята, как можно побыстрее пошевелиться, чтобы получить достаточное количество. Так, этих, наверное, бомбанем с тобой. Вот так вот. Опа, опа, опа. Съели охламоны здесь. Все-таки сожрали. Ладно. Мотор их тут бомбанет. Последняя волна. Пишут нам. И давай-ка мы вот так вот с собой сделаем. Гаргантюа пускай у нас тут будет. А здесь используем, скорее всего, бонг-чой с вами. Другого варианта я пока не вижу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пошел, пошел, пошел ловить, да, бомбить их. Ой, тихо. Здесь-то у нас проблема. Неужели пройдет, а? Нет, я, конечно, попробую его здесь задержать. Так. Все. Мы с вами справились с этим заданием, не потратив ни копеечки. Фу, ну попотел немножечко, аж
притомился, так сказать, с дорожки. Ладно, друзья мои, отлично у нас все получилось. И мы с вами открываем крокодильчика. Скоро. Я не уверен, что сейчас. И, а что у нас вот здесь? Что это означает? А, все, я понял. Мы получили с вами пиньятушку. А ну-ка. 100 монет. Так, боулинг. Луковица. Водоросль. И все, да? Ну, конечно же, на этом все. Так, ребята, еще у нас тут выполнено? Или не выполнено? Слушай, очень много заданий у нас тут. Гумнат. Это про жевастика, да, про этого? Ладно, все это будет позже. А мы идем с тобой на следующую миссию. Почему такое вот, ребята, получается иногда, а? Типа лагает что-то, да, вот так вот. Но мне нравится, как это выглядит. Так, ну здесь никаких условий нету, я смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Гаргантюа тут появился. Водяной Гаргантюа. И, кстати, есть у нас с вами определенные, как говорится, условия, да? Мы играем тем, что нам дали. Так что, ребятули, приступим потихонечку, приступим. Так, будем здесь с вами вот так вот все пока делать в кувшинках. Так, живун тут есть у нас, да? Подсолнух выставляем. А вот куда вот... Наверное, все-таки я вот этот отряд сделаю именно из луковиц боулинг. Пускай они здесь стоят. Тину, наверное, пока не буду. Ну, можно вот сюда вот ее поставить куда-нибудь. На всякий случай, пускай стоит. Так, и купим с тобой финансы именно на боулинг луковицы. Наверху, видишь? Блин, у меня нету перца здесь. Без перца-то я что теперь здесь буду делать? А? Скажи-ка мне. Без моего любимого перчика. Так, ну эту мы можем утопить. Эту мы с тобой утопим. Тут у нас будет с тобой две волны. Идут архаровцы. Так, этого сейчас едим. Без проблем. Так, опять водолаз, а? Паршивец идет. Опять идет паршивец-водолаз. Эй-эй-эй-эй-эй, парень. Подбили его, успели, да? Вот так нам придется. Водолаз, когда выходит из воды, он начинает лопать орех. И в этот момент, конечно, мои боулинги его видят и начинают по нему наносить атаку. Так что, как вариант, он, в принципе, годный. Вот здесь вот что? Что, что, что? Давай топить его. Как ты долго ешь, а? Давай, давай, съедай, съедай. Давай я еще одного сюда поставлю тебе. В помощь, так сказать. Так, орехи, орехи выставляем. Орехи здесь у нас будут как защитой служить. Так, этого нужно быстренько утопить. Блин, у меня вот здесь никого нету. Не успеем, да? А если так? Вау, так они еще и взрываются, помимо всего прочего. И это великолепно. Так, одного съели там. Все, отрыжечка сделалась. Вот этих вот, наверное, нам нужно с тобой утопить. С ведрами на голове. С ведрами на голове. Так. Что можно вот сюда? Вот сюда можно, в принципе, вот так сделать. Если кто слишком близко подойдет, да, чтобы его съедали сразу же. Нормуль. Так, опять там у нас водолаз плывет. Давай-ка мы утопим здесь. А вот сюда вот так вот еще одного живуна поставим. Воу. Я к этому не был готов. Бумс, бумс, бумс. Отлично. Давай еще. Так, а этого съешь? Давай, 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 живун. Молодец, красавчик. И последняя волна. Господи, а водяного-то этого сможем утопить или нет? Вот уж фигушки, да, мы его сможем утопить. Не надо тут свою шелупень-то выкидывать. Разбомбили сосуночка. Так, и вот сюда поставим орех. Пускай он в орех упрется, а мы в этот момент будем его тут бомбить. И очередная пиньятушка нам выпадает. Давай вскроем и посмотрим, что же в ней. Ну,
как обычно, ребята, в пиньятах в этого, как говорится, биома будут те растения, которые у нас участвуют именно на пляже. А это, естественно, тина, боулинг и тому подобное. Видишь, тиночка, оп. Банан, кстати, бананы я еще не получал. И крокодила я не получал. Но хочу их получить, посмотреть, что они из себя представляют. Двигаемся дальше, и у нас... Какой там день-то? 19 или 20 уже? Ну, покажите мне, пожалуйста. Ох! 15 день. В плане. Какого лешего? Как это так сделали они? Я должен защитить эти мины? Да ну. Бред. Это, ребята, по-моему, бред. Что нам нужно поставить? Защиту, получается, да? Или перец? Хм. Нет, наверное, все-таки нам надо с тобой взять орех какой-то. Вот этот вот возьму орех. А вместо кого? Блин, я даже не знаю, вместо кого взять. Вместо гипногриба, если только. Но из него можно сделать гаргантюа, который пойдет, будет бомбить всех на этом ряду. Вместо мины. Вместо мины. Вместо мины я возьму орех. Let's rock. Молодцы, придумали мне здесь тоже спасти вот эти вот мины, которых только коснись, и они сразу взрываются. Зашибись. Что это за задание такое, а, друзья мои? Это невыполнимое задание, я бы так сказал. Так, поставлю сюда водоросль, чтобы она шла пока подольше. Мы... Ну вот как, серьезно, а? Орех сюда ставить? Хорошо, что орех у меня пока бронированный есть, да? Я могу их сюда поставить. Так, подсолнухи, короче, у меня радостные стоят. Все отлично. Водолаз. Против этого водолаза бесполезно, ребята, что-либо делать. Только лишь, наверное, выставлять боулинг. Ага, боулинг. Он его не видит. Он его только увидит, когда будет по нему бомбить. Так, давай сюда поставим кувшиночку. Ну, мне кажется, бонг-чой был бы здесь, конечно, лучше. Но он, видишь, он не может стоять за орехом, потому что здесь мина. Только лишь поэтому, друзья мои. Так, тина, давай сюда. Орех выставляем. Так, спасибо за удобрение. Ну, друзья мои, давайте быстрее. Энергии-то мне солнечной. Мне же нужно как-то тут, блин, защищаться. Я же защищаю именно вас. Так, этот с флагом. Ага, подбили. Так, и орехи. Орехи нам нужны. Еще один. Еще один вот сюда поставим. Нет, не один, ребята, еще два. Еще два ореха. Придется бомбануть. Придется здесь вот так сделать. Пока другого варианта я не видел. Нет, 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 не надо. Блин, горелый. Неужели пройдут, а? Орех, орех, орех. Так, успел поставить. Так, какое-то новое достижение. Я даже не успеваю, ребят, посмотреть, что там за достижение. Что нам там. Ни перса, ни фигерса, ничего не дают. Про водоросли я совсем забываю. Пускай там жрут. Главное, ребят, смотреть, чтобы орехи, которые... Так, вот сюда вот влепим. А орехи, которые уже без защиты, чтобы я их успевал менять, заменять. Например, вот тут вот. Оп, а я не могу этого сделать. Эй! Эй! Продинамил. Ребята, ну это сложно. Это сложно до опупения. Конечно, переиграем эту миссию. Что же мне тогда здесь сделать? Давай подумаем хорошенько. Что можно здесь поменять? Идут, да? Они идут. Подводники, все, в принципе, все хорошо. В принципе, все нормально. Бонг-чой здесь нам не понадобится, я уже это понял. Кстати, давай-ка воспользуемся нашим огородом. Кого я тут могу себе взять в помощь?
Орешек, замедляшечка. Дорожка вот эта вот. Могу их отталкивать. Может быть, взять нам с тобой... цитрона взять можно было бы. Как ты думаешь, цитрончик будет... Не, давай, наверное, сталь возьмем. Сталь и замедлит, и цитрона. Вот так вот. Кстати, можем взять с тобой защитника. Он, наверное, даже будет получше, мне кажется. Он будет получше, он будет защищать сразу все ряды. А мы их можем выставлять очень-очень быстро. Так, ладно, меняем, короче, да, с тобой? Потому что, ну, с минами, ты сам понимаешь, тут как-то, ну, особо не забалуешь. Так, берем этот орех. Так, убираем гипногрипп с тобой и ставим. Так, у меня еще чеснок тут. Под удобрением. Твою же налево, я забыл, кого я хотел взять. Так, орех, это понятно, я его уже взял. А, сталью. А сталья, блин, ее тоже надо вставить же на кувшинку. Понятно. Ну, наверное, и все, да? Раз, два, три. Тут кувшинки. Банана мне пока еще не дали. Давай цитрон еще возьмем. Вот таким вот образом. Не уверен, что получится. Но, тем не менее, даже, возможно, придется нам опять тратить свои финансы. Хотя бы, чтобы их оттолкнуть отсюда. Так, давай выставлять кувшинки. Все здесь защищено. Так, водоросли. Я уже испугался, что я не взял водоросли. Все взял, все отлично. Поставим ее сюда. Так, для стали, чтобы ее применять, нам нужна будет, конечно же, естественно, кувшиночка. Давай, подсолнух, и вырабатывайте энергию. Я без энергии, как без рук. Так, поставим с тобой, наверное, сюда один орешек. Пока, пускай он тут стоит. А вон, ребята, и первый охламон ползет. Первый охламон, которого, естественно, я не увижу, пока он не вылезет наружу. Поэтому вот так вот сделаем. И можем, в принципе, замедляшку врубить. Почему вот этот вот водоросль его не топит, а, друзья мои? Ну почему? В чем проблема-то? Он же должен утонуть. Но он не тонет, как ты видишь. И опять же проблема с энергией. Начинается вот эта вот перебойка у меня. Если я сюда, например, поставлю сталью. Опа, она всех замедляет, да? Всех абсолютно. И это круто. Они там очень-очень медленно идут. Мы с тобой сюда тину поставим. Так. Естественно, нам нужно с тобой выставлять везде орехи. Единственная проблема, что я не могу понять. Этот орех, когда начинает мерцать, это означает, что, да... Он скоро, ну, все, придет в негодность. Против зомби, которые у нас идут, ну, как тебе сказать, в этих, с ведрами, да, против них очень хорошо был бы живун, который жует, но его-то нету у нас тут. Так, забираем. Можно применить сюда сталью пока. Можно применить сталью. Так, сюда я поставлю, наверное, орех. Еще один. Вот так вот. А куда вот я цитроны, извините меня, поставить должен? А? Сюда, если только. Ну его сейчас утопят. Его, друзья мои, утопят. Вон, вода идет. И сейчас цитрончик мой утонет. Бабах. Отлично. Так, здесь все пока хорошо вроде бы, да? Пока вроде бы все хорошо. Можем с тобой сделать вот так. И сталью. Давай замедляй их. А ну-ка бомбанем, наверное, ультой. Что-то мне это слово нравится, ультой. На самом деле это удобрение. О, классненько. Так, давай сюда. Перчик. И все, друзья мои, и волна, в принципе, пройдена. И волна уже пройдена. Можно с вами уже спокойно здесь использовать удобрение.
сколько захотим. Потому что это последние зомби были. Ну, в принципе, ничего страшного здесь не было, но пришлось применить, конечно же, удобрение. И цитрон этот тоже помогал нам неплохо. Бинго! Мое любимое слово, бинго! Так, и что же здесь у нас? Какие-то, я не знаю, дни недели, что ли? Или билетик лотерейный? Что-то одно из двух. Ну, давай, 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 Дэйв, ты где там? Да-да-да-да-да. Крестики-нолики тут, они играют, понимаешь ли. Поехали на следующий уровень, будем смотреть, что у нас там поджидает. Слушай, не люблю вот эти вот этапы, где действительно нужно кого-то защищать, или там тебе дают ограниченные какие-то возможности. Так, этот уровень, по ходу дела, будет сложным. Раз зомбос тут появился, да? Прохрюкал нам что-то. Так, здесь есть водяной гаргантюа. Кувшинки, да? Так, отвлекли немножечко, но ничего страшного. Не... Так, секунду, секунду, не надо тут голодранцы нападать на меня. А что они меня опять тут пичкают своими кувшинками? Я не могу вот это вот понять. Мне... Что, кувшинки могут драться или еще что-нибудь в этом роде? Они же беспомощные. Они же ватные. Так, давай сюда живуна поставим. Так, сюда поставим. Ну, вот этого, наверное, мы с собой водорослями утопим. А вот здесь-то что происходит? Тихо-т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 ихо. Мне дайте кого-нибудь-то. Эй! А что это он упал-то? А, он все, я понял, ребят. Как он доходит до суши, он вот так вот начинает делать. Съешь ты его или нет? Да, правильно, не успел даже махнуть своей фигней этой доской. Так, отлично, спасибо за удобряшки. Живуны будут у нас вот здесь стоять. Так. Боулинг, боулинг, давай бомби, бомби, пожалуйста, этих охламонов. Здесь у нас орех, слава богу, стоит один. Наверное, вот сюда поставим. Сюда поставим кувшинку. Так, смотри, смотри, кто у нас там ползет. У нас ползут чертовы эти водолазы. Мы их, естественно, с тобой не увидим. Так, по-моему, здесь пора вот так вот применять. Оп, съели. Что, 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 что? Блин, ну вот, вот согласись, ну вот это вот бред, друзья мои. Ну это полный бред, потому что... Ну что, вот что он там творит, а, вытворяет? Мы пока эту доску с тобой не пробьем, мы ничего не сможем сделать, понимаешь? Наверху так вообще уже прошли, просто в наглую. Так, живун, давай быстрее, применяем с тобой вот так вот. Как хочешь, так и выживай. Оп! Пока он там пережует его, пока он его там переварит. Тебя-то, парень, надо топить. Тебя-то нужно топить, понятное дело. Такой смех, как у этого сейчас. Как Бивис и Батхит, ё-моё. Но. Но. Давай, ультуй. Какая-то труба просто тут. Жесткая труба. Ага, ага. Идет. Идет, друзья мои. Король водяной, блин. Своих шитов тут бросает. Так, мне пришлось, ребята, использовать. Видит бог, я не хотел. Но этого-то... А чё я... Я водяного не могу даже сбить. Ну что, он сейчас просто звезданет, друзья мои, и все. Ничего он не звезданет. Не дорос еще, да? Фух. Напряженка. Давай топить. Топить их всех. Так, подожди, а это еще, оказывается, не конец. Это еще только начало, блин. Они и вон опять появляются. Спасибо за... Слушай, эту доску я ничего с ней сделать не могу. Она стоит, мешается мне, как бельмо на глазу, ё-моё, а? Видишь? Еще! Ты серьезно, еще несколько этих идет, а? Блин, горелый. Водоросли, хоть помогай, хоть топите их как-нибудь. Никак они тебя будут топить. Да никак. Не хотят они ничего делать, вот и все.
Блин, да неужели одного подбили? Так, а этого сможем с тобой пробомбашить или нет? На тебе водоросли. На тебе кувшинку, я тебе говорю. Да ладно, что, серьезно, что ли, придется бомбить? Походу дела, да. Я так и думал, что у нас не обойдется без затраты монет. Новое достижение. Биг Кахунка. Большая кахунка какая-то. Ну, слава богу, мы с тобой заработали пиньяточку. 100 монет. Ага, 3 водоросли. Вот, крокодильчики уже пошли. Только когда нам их откроют? Кто мне скажет, а? Когда я их смогу использовать? Контини. То есть сразу же следующая миссия, что ли? Не... А, можно открыть следующий мир. Можно открыть. Но это все будет, друзья мои, в следующей, видимо, серии. Да, пожалуй-ка мы на сегодня закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.